История только со страниц учебников, и это прошлый век, уверен Николай Васильев. Хоть и рассказывает о делах давно минувших дней, на своих уроках идет в ногу со временем и даже пытается опередить. Интернет, жаркие дискуссии, экскурсии, археологические раскопки. В школе Николай Владимирович работает только 5-й год, но уже стал авторитетом для ребят. Должно быть четко уважение друг к другу и плюс материал, который ты даешь для учеников. Если он интересный, они увлекаются, да, есть результат. Если им не интересно, ты не заинтересовал, да, конечно, здесь и проблемы могут быть с дисциплиной и другие проблемы. Интерес и увлеченность нужна и в работе с учениками младших классов. А метод пряника – лучшее средство от двоих за поведение. Проблем с дисциплиной не было никогда. Говорят, что любовью и лаской на ниточке можно вести и слона. Наверное, может быть, это такое вот одно из моих правил и принципов. 20 лучших педагогов губернии делятся с коллегами своим опытом и собственными наработками. Областной финал конкурса «Учитель года 2015» вышел на финишную прямую. Это конкурс профессионального мастерства. В нем участвуют и побеждают самые лучшие. «Учитель года» – это такой камертон, с которым сверяют свою работу все остальные учителя, все остальные педагоги в школах Самарской области. В этом году акцент будет сделан на интерактивность педагогики и обратную связь с детьми. 5 финалистов определятся уже 20 марта, а в апреле будет названо имя «Учителя года 2015». В качестве приза его ждет автомобиль и миссия представлять Самарскую область на всероссийском этапе конкурса. Марина Матвеевна, Дмитрий Мешканцов. События.